إلهي أمين. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان، الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن، يا أرحم الراحمين. Рухи ахлаки кимматлер, милли маданият, гилми мирас, фақат білім беру хам шахыс тәрбиелеу аша башқарыла. Мұны аңлаған имамнарыбыз, өз халқының әйдаманы, яғни әйдәп барушысы ұстазына әуірілі. Алар исламның таянышы. Мұнды шахыслерінің мирасын үйрену, халыққа таныту да милләтебезне тәрбиәләүнең иң мөһим бер өлеше булып тора. Зур дин әхілләрі яшап, ішіләп келгендер. Динімізді, ғадәттәрімізді сақырап қалдыр үшін, бек күп күп түстіп, күштіп кәндер. Нәсілдіңден нәсіліне келгенде енді, мұна біздің ұрайында шылды, нәсіл яшаған, олар енді Шихауддин Мәржәни білі бір әтті ұшыған кішілер, бек күп үліш күп кәндер біздің динімізді жоларында сақырап қалдырға, оларның нәсілләрі бүгін бәрінде яшап келер мұна. Рабит Хазрат Карнаев, Шулар Насилинан, Райхан Абдан, Фархат Магуф, Вармина, Гаязат Лаш, Шул Залда Утарвар, Шул Насилинан Сыхан Кшилер. Мухтасибат направил свою работу в большей степени на обучение прихожан и привлечение в мечети подрастающего поколения. В каждой мечети в учебный период проходили занятия на коллективной и индивидуальной основе. Конечно, тенденция на получение знаний именно женщинами сохраняется и в этом году. Но мы надеемся, что и наши братья будут активно требовать знаний. Несколько имамов и прихожан поступило в медресе и институты. Хайрлы кен, оркече, добрый день. В культуре марийского народа ислам сыграл, конечно, большую роль. Вот через ислам у марийцев обогатились представления о рае, об аде, и, как сказать, обогатились семейные, похоронно-поминальные обрядность. Это также отразилось вот в почитании пятницы. И во всех наших традиционных молитвах очень много такой терминологии, которая воспринята вот из ислама, из татарского языка. Это вот, например, алал, кавл, пиамбар и много очень таких слов. Вот, киреметь тоже как бы есть такое слово. Thank you.
Баранбуй деп, яғни Ра-ның тәжиді бұл Ра-харифы екілетіп көрінер деп айта, бұл де Сибғатулла Хазіретінің ғибадат қылу есімлерінде Изгілер ауылы, Изгілер жері деп әйтерге тілауы дей. Фаразығызша, ойлауызша деп айта, ғарапшадан Барран ол Изгі деп тәржіме айтыла дей.